Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, что дважды уже отправлял запрос на отправку пин-кода и два раза безрезультатно. Третий раз решил не рисковать, обратился в службу поддержки, и вот пришло из службы поддержки вот такое письмо. Войдите в аккаунт AdSense, зашел в аккаунт AdSense, все это проделал, но все то же самое вроде бы. В чем ошибка? Сейчас попробую еще раз исправить. Это у меня уже третья попытка, а может быть и четвертая, точно я уже не помню. И служба AdSense опять запросила, чтобы я указал новый правильный адрес, на который вам обычно приходят письма. Я, конечно, это все заполнял, но, видимо, ничего оно не дало. Здесь написано вот такое рекомендательное письмо. Настоятельно рекомендую проверить, если ваш адрес можно найти, воспользовавшись поиском Google Maps. Нажал. Здесь в поиск убил свой адрес и, соответственно, получил информацию. Вся информация, которая здесь была написана, я ее ввел без всяких изменений. Ничего не менял, так и оставил. Все на русском языке. Все полностью писал, никаких сокращений, ничего не делал, потому что первый раз я сокращал и, видимо, досокращался, что ничего не получил. И теперь еще раз попробую сделать запрос на отправку пин-кода. Захожу на главную страницу своего аккаунта Google AdSense. Здесь написано «Подтвердите свой платежный адрес». Не спешите здесь сразу нажимать. Переходим в платежи. Здесь управление настройками. И на этой странице все прописываем заново. Страна Россия написано писать латиницей. И здесь вот в четвертом пункте написано «Главное указать правильно индекс, а страну латиницей». По этим данным письмо поступит в ваше почтовое отделение. Все остальные данные можно указать на русском, чтобы почтальон ничего не перепутал, название дома, корпуса и прочие данные местного значения. Итак, перехожу на страницу Google AdSense и заполняю данные своего адреса. Данные будут вымышленные. Вы заполняете свои. Здесь записываем страна Россия, в скобках ру, а вы свое государство. Тип аккаунта личный. В строке наименования и адрес сперва пишем имя, а потом фамилию на русском языке. Это в первой строке. В этой графе первая строка адреса пишем сперва улицу и номер дома. Через запятую я поставил. Вторая строка адреса пишем район. В этой строке, где город, пишем название города. В строке, где область, справа нажимаем на треугольник, появляется список областей и выбираем свою область. В строке индекс прописываем номер почтового отделения. Ниже в строке, где написано номер телефона, указываем свой номер телефона. Еще раз проверяем правильность написания своего адреса и всех необходимых данных и нажимаем сохранить. На главной странице Google AdSense нажимаем «Подтвердить». Здесь нажимаем «Отправить еще раз». «Отправить еще раз». И получаем вот такое сообщение. Пин-код будет снова отправлен вам через 3-5 дней. Вы получите его в течение 2-4 недель. Нажимаем «Готово». Остается только ждать. Через 3 недели пришло сразу 3 письма. Первый, второй и третий. И все оказались правильны. Код в каждом письме один и тот же. Первое письмо я отправлял, где адрес был заполнен полностью на латинице, кроме области. Второе письмо я отправлял, где было заполнено все на русском языке, только не был указан район. А Россия была на русском, и на латинице было написано «Россия, Раша». И третье письмо я заполнил сейчас. И все три способа заполнения адреса оказались правильными. Ну вот и все. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.